неправильно, ёбаные волки! Широкую на широкую! Сказочный долбоёб. Открыл пасть, получил перманентный бан. Подумай над своим поведением, утырок. Итак, всем привет! Новый месяц акций скидок в Red Dead Online стартовал. Ролик с бесплатным костюмом месяца будет завтра. Полный список акций и активностей будет в описании под роликом. Я лишь оглашу некоторые из них. Погнали! В этом месяце за меха и шкуры можно будет выручить кругленькую сумму, поскольку за все задания по продаже товара начисляются удвоенные РДО баксов и опыта. Кроме того, за тушки и шкуры в превосходном состоянии вы сможете получать на 50% больше материалов торговца или же на 50% больше РДО баксов при продаже их мяснику. Объединяйте усилия с другими торговцами и отражайте нападение бандитов в режиме «Торговый путь» — эксклюзивное событие свободного режима для торговцев, чтобы весь месяц получать удвоенные награды. Если вы будете выполнять задания по продаже товара каждую неделю в течение месяца, мы отправим вам костюм для Крипса «Военный 2». Он будет доступен в походных припасах. Кроме того, раз в неделю за доставку товара вы сможете получить дополнительные 50 РДО-баксы. Все награды будут доставлены в течение 72 часов после выполнения условий. А еще всем игрокам, завершившим событие «Торговый путь», в течение ближайшего месяца достанутся 3 сильные приманки для травоядных, которые не будут лишними во время следующей охоты. Если вас заинтересовало что-либо из вышеперечисленного, и вы хотели бы начать карьеру торговца, сейчас вы можете воспользоваться скидкой в 5 золотых слитков на мясницкий стол, а также скидкой 40% на любую из 3 грузовых повозок, в зависимости от размера и нужд вашего будущего предприятия. Покончите с сектой 7-е поколение в задании Скельдинга. Слухи о мошенниках, которые наживаются на доверчивых людях, наводят панику на жителей Фронтира. Обеспокоенный происходящим гражданин по имени Айк Скельдинг просит положить конец недавно появившейся секте 7-е поколение. Никто не знает, что за гнусные цели преследуют эти опасные фанатики, однако зачастую они прячутся на самом видном месте и занимают высокое положение в обществе. Скельдинг предлагает награду самым храбрым авантюристам, которые готовы уничтожить секту, завершив новую серию из 3 хардкорных телеграфных заданий с недобрыми намерениями, сильнодействующее лекарство и что посеешь, то и пожнешь. Их можно получить в сейфе вашего лагеря или на почте. Кроме того, телеграфные задания теперь можно запускать прямо в меню игрока. Для этого нажмите влево на крестовине контроллера или кнопку L на клавиатуре, а затем выберите пункт «Телеграммы». Запустить их также можно напрямую из сейфа в лагере. Новые карты для телеграфных заданий. Уже доступные в игре телеграфные задания, а именно «Большой куш», «Эскорт» и «Лошадь на продажу». В ближайшие 2 недели будут проходить в новых местах и приносить участникам в 2 раза больше РДО-баксов, золота и опыта. По прошествии 2 недель их различные вариации можно будет запускать на выбор из раздела «Телеграммы» в меню игрока. На этом у меня все. Желаю всем приятной игры, хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока. Победитель!